Всем здравствуйте! Сегодня у нас 1 ноября. По многочисленным просьбам мы делаем рештанский плов. Все спрашивают, как его делать. Вот, пожалуйста, сегодня я, как сегодня, как всегда, с Азаматом, шеф-повар этого Чайхана Рештан. Пожалуйста, вот посмотрите, что нужно для рештанского плова. Мы делаем килограмм. Килограмм мяса баранины, 500 грамм бараний жир, курдюк, лук 2 головки, моркови килограмм, все, чеснок, специи, зира. И вода. Сейчас шеф-поваром начнем. Для начала идет думба. Давай. Потому что мы делаем на бараньем жиру. Лучок. Красота какая, а! Все-таки в Узбекистане номер один плов это делать в Узбекистане. В каждом регионе свой плов. Вот видите, это рештанский плов, здесь рис другой. Яхрот. Прям жарное мясо. Видите, у него появилась корочка, лук обгорел. Теперь мы добавляем морковь. Ханна? А растранка? О, красота какая! Где вот такой плов сделаешь? То моркови желтой нету, то барани нету, то курдюка нету. Все в Ташкенте есть. Приезжайте в Узбекистан. Кто уехал и кто хочет приехать, мы вас встретим вот с Азаматом. Короче, друзья мои, хочу вам сказать, вот это называется узбекский деликатес. Это бараний жир. Мужики, которые, мужчины, которые живут в Узбекистане, они знают, что это такое. Это вот так берете вот. Вот так вот. И вот так вот. Дашим фантастом. Ну что ж, друзья мои, смотрите. Мы обжарили про минут 15-20. Вот до такого состояния. Смотрите. И мясо, и морковь, они обжарились. Теперь добавляем где-то 2 литра воды. Соли. Так, жира. Янава? И вот, друзья мои, красоту вот эту вот так ставим. И на среднем огне полчаса. Это называется зырвак, он должен сейчас настояться, пропитаться, и будет потом шоколад. Так, теперь, дорогие друзья, у нас рис. Обратите внимание, это рис у нас называется джунгара. Вот. Видите? Он имеет такой серый оттенок. Теперь мы, прежде чем его закладывать в казан, мы его должны замочить в теплой воде. На полчаса. Через полчаса мы будем его закладывать в зырвак. Так что рис мы полчаса продержали, вымыли его хорошенечко. Теперь потихонечку, закладываем. Вот видите, вот так аккуратненько. И добавляем воды, чтобы... Добавляем воды, чтобы рис погрузился под воду, где-то на пол сантиметра была сверху вода. Все, сейчас зырвак будет спокойно кипеть. Как только вода исчезнет, мы закрываем крышечку и минут 30 ждем. Правильно? Все. Ну что, друзья мои, процесс идет. Самое главное, блин, настроение хорошее, блин. Эх, отчего на душе так хорошо. Кстати, можно эту мелодию поставить? А? Маэстро? О! Смотрите, друзья, прошло 25 минут. Это за маму. Это за папу.
Это врагам. Это теща. Приятного аппетита. Ну что, вот плов наш готов. Вот у меня друзья спрашивали, как выглядит килограмм плова. Смотрите, здесь. Красота, красота. Вот эта вся большая порция стоит 360 тысяч. Ну, поверьте, 8 человек взрослых мужиков не едятся. Тут за что конфетки есть, смотри. Ну что, друзья, вот наш знаменитый рестанский плов готов. По вашим просьбам, как выглядит плов, я вот показываю. Вот здесь килограмм плова, я еще раз повторяюсь, вот 360 тысяч стоит. И прежде чем начать трапезу, друзья мои, как всегда, у меня пришла такая идея.